мелодии ничем не ограничены, то есть, ну, по времени вы не ограничены, можете хоть услушаться, но это все только до той поры, пока кто-то все-таки не отгадает. Каким образом отгадываем? Ручку вверх, там, я знаю, я первый, и называете, что это за мелодия. Для того, чтобы отгадать мелодию, нельзя ее пропеть. Пропеть все могут, а вот надо хотя бы строчку сказать из песни, тогда мы поймем, что вы ее... Ну, а вот типа там пам-пам, это вот эта вот музыка, вот это вот пам-пам-пам-пам, вот, вот так не считается. Вот. Ну, что? Собственно, продолжаем. Первый тур, он у нас состоит из таких вот блоков. Блоков, как вы видите, 6. Это песни из кинофильмов, это детские песни, песни с 50-х, 80-х, 90-х годов и современные песни. В каждом блоке 4 песни, по 4. Ну что же, давайте начнем песни из кинофильмов. Кто первым отгадывает, собственно, тот выбирает следующий блок. Готовы? Ну, в таком случае. Верно. Так.
крутится. Сначала главное ручку. Рука. Петя, свой.
небеса. Прижимая темноглазое небо. Верно! Yeah!
вони на високих горах, на крутих берегах, для крутих, короче, ти не достанеш. Следующая композиция. Глаза на кровь, да, мне прямо для этого. Эти глаза на кровь, ярче все теплей. Эти глаза на кровь. Ну вот, да, кто знал там? Да. Кто бы я его выгнал сюда, сюда, да, так, и... Короче, ты понял руку-то? Всем раздала все. Ну что ж. Обычно по правилам третьего тура туда проходят только те, у кого набрано большинство фишечек. Но давайте немножечко изменим правила. Я предлагаю, чтобы вы оставили свои фишечки у себя, а мы просто бы перешли к третьему туру, потому что третий тур, он слегка необычный. Дело в том, что мелодии там звучат не только в ограниченном количестве времени, но и наоборот. Поэтому вот мы вас и проверим. А в какую сторону? Да, вот. Поэтому я предлагаю, чтобы все ваши фишечки остались при вас, а мы просто как бы продолжаем. Такой у нас будет второй тур, дубль 2, супер игра. Она тоже 20 секунд? Нет, она где-то минуты полторы, вот так. Ну что, готовы? Да. Поехали. Верно! Когда продал свой дом, продал картины. Продолжаем дальше. Детство, никуда пойдешь. Верно!
Yeah.
11, а у вас 14. Вот так вот. Ну что же, таким образом, финалист нам ясен, и победитель в нашей игре есть. Как вас зовут? Ирине аплодисменты! Ирина! От лица всех меломанов, кто любит музыку и кто только собирается ее полюбить, вам вот такой вот подарок. Да, чтобы музыка хорошо звучала. Ну что же, всем остальным огромное спасибо. Спасибо вам. Слушайте музыку, любите музыку, и пусть будет у вас счастье. Всем хорошо.